Сейчас мы посмотрим самые смешные анимации Poppy Playtime. Ну а чтобы мама длинные ноги стала твоим другом, прямо сейчас поставь лайк и нажми на красную кнопку подписаться. Все, ребята, первый мультик начинается. Смотрите, ребята, это семья длинноногих. Воу! Ребята, это человек за окном. Он пришел к ним домой, офигеть. Так, ладно, и что он собирается делать? Так, он стучится к ним в окно. Малыш его заметил. Но малыш его не испугался, он его не боится. А человек за окном его пытается рассмешить. Но для чего? Что он собирается сделать? То есть человек за окном не злой? Он хороший? Смотрите, ребята, он просто его пытается рассмешить. И ничего более. Так, ладно. Человек за окном почему-то заплакал. Почему? Что случилось? Ладно, ребята, надеюсь, мы с вами узнаем, что произошло. Почему человек за окном плачет? Так, все. А мамочка и папочка попрощались, и они ушли спать. А малыш остался один. Воу! И человек за окном зашел в его комнату. А, смотрите, ребята, человек за окном рассказывает про свою семью, что у него был папа и мама, но что-то произошло страшное, и он их лишился. Блин, ребята, это очень грустно. Человек за окном одинокий, он остался один. Так, мамочка что-то услышала. Но человек за окном, ребята, уже пропал, он ушел. Ё-моё, ребята. То есть человек за окном... просто ищет родных, свою семью. Ему просто очень одиноко и грустно. Это очень грустная анимация, ребята, была. Так, ладно, смотрите, воу! Фух, я уже испугался, что она не овощи режет, а что-то другое. Ладно, так, мамочка что-то готовит. Какую-то еду. Воу, ребята, это похоже на игру Fruit Ninja из плеймаркета. А, это папочка играет. Окей, ребята. Фу, ладно, ребята, это только начало. Впереди еще куча крутых анимаций Poppy Playtime. Воу! Да, ребята, это очень больно, когда очень горячее масло попадает на кожу. Это очень реально неприятно. Так, ладно, ребят, смотрите. Мамочка готовит какую-то еду. Это что такое? Какой-то суп или какие-то макароны? Воу! Как она может вообще есть горячее? Офигеть! Нифига себе она приготовила там еды! Я бы, ребят, тоже не отказался поесть все то, что у нее лежит на столе. Ой, она что-то разозлилась, ребята. Что случилось? О, нет. Оказывается, этот прибор был выключен. Нифига себе, папочку приготовили вместо ужина. Так, ладно, ребят, смотрите, семья длинноногих смотрит телевизор. Так, малыш играется. Все, он упал. Так, гусеница Мопс Пиджей лежит. Блин, очень крутой питомец, ребята. Ребят, напишите в комментариях, какие у вас есть домашние животные дома. Вот у меня есть, ребят, дома собака и кошечка. Ребят, а вы напишите, какие у вас есть дома животные и как их зовут. Так, окей, там приехал папочка, я увидел. Так, а что происходит? Мамочка и папочка свалили просто из дома? От малыша? Его оставили одного? Он же еще маленький. Он сам за себя не сможет постоять. О, ребята, игрок! Игрок рядом с их домом! Воу! Все, ребята! А малышу трындец. Игрок что-то задумал неладное. Ой, блин, блин, малыш, беги! А, малышу вообще не страшно. Он... Ему все, его все веселит. Человек за окном его веселит. Игрок страшный его веселит. Малыш у нас вообще, короче, бесстрашный. Опа-на! Какие-то слюни сверху! Оо! Они вернулись домой вовремя. Так. О, ребята, все, минус игрок. Нифига себе, у них целая коллекция этих перчаток от игроков. Опа-на, мамочка читает книжку «Человек за окном» своему малышу. О-о, ребята, зачем читать такие страшные истории на ночь? Ребенку, я не понимаю. Ладно, все, наступила ночь. Все, так, мамочка проверяет, спит ли ее малыш. Так, все, спит, все хорошо. Так, но малыш... Не спит, он играет в телефон. Воу, а за окном появился человек за окном, ребята. О, но этот, ребят, человек за окном злой. Уже видно, ребят, по его физиономии, по его страшной улыбке, что он хочет сделать что-то с малышом. Ой, но малыш его не видит. Воу, все, он его увидел, ребята. Так, ё-моё, это очень страшно. Опа, а вот мамочка вернулась. Где она? Воу, а что случилось с мамочкой? Почему она стала монстром, ребята? Офигеть! Она стала страшнее, чем человек за окном. Воу, смотрите на нее, ребята! Что с ней случилось? Это какая-то эволюция, мама, длинные ноги. Так, все.
Она прогнала человека за окном и поцеловала на ночь малыша. Так, ага, снова семья длинноногих смотрит телевизор, какие-то игрушки, Poppy Playtime, Хаги-Ваги, Кисси-Мисси там были. Так, теперь окно. Оу! Так, они смотрят какую-то передачу про человека за окном. Это их все веселит, но это нифига не смешно, это реально очень страшно. Оу, что такое? Оу, что случилось с физиономией отца? Почему он так крипово улыбается? Оу! Это что показывают такое? Это нельзя смотреть детям! Оу, ну... О, ребята! Папа длинные ноги сошел с ума! Что он собрался сделать? Нет! Кто в мешке, ребята? Кто лежит в мешке? Ребята, а что если папа убил маму длинные ноги и малыша Хаги-Ваги? Ужас, ребята, он сошел с ума! Так, это, ребят, Дейзи! Но Дейзи очень плохо! Все листочки с него упали! Так, вот гусеница Мопс Пиджей и малыш. Они все, ребята, они все плачут по Дейзи. Дейзи умер, ребята. Цветочек погиб. Блин. Я очень, ребят, надеюсь, что Дейзи появится в третьей главе Poppy Playtime. Но пока что, ребята, они хотят его похоронить. У себя вот во дворе. Ну и правильно, будет вечная память Дейзи. Так, гусеница Мопс Пиджей откапывает землю. Опа, он нашел косточку. Воу, откуда взялась кость в земле? Что она там делает? Это очень странно, ребята. Так, малыш тоже решил откопать норку. Так, воу, он что-то заметил. Что он заметил? Воу, нифига себе, ребята, там чьи-то кости. И какой-то странный медальон. Что это за медальон такой? Ага, ну-ка, давай посмотрим. Малыш, смотрите, ребята, игрок. Оказывается, является отцом малыша длинные ноги. Офигеть. Так, мама длинные ноги отобрала этот жетончик. Воу, что она хочет с ним сделать? Смотрите, ребята, она изменила портрет. Там теперь вместо игрока нарисована мама длинные ноги. Воу. То есть я не пойму, ребята, кто настоящий родитель малыша длинные ноги? Как вы считаете, ребят, напишите в комментариях, это мама длинные ноги или это игрок? Воу! Ладно. Так, ага, малыш поверил. Малыш снова веселится, его это все радует. Так, мамочка успокоилась, что малыш поверил ей. Фух, ладно, ребята, впереди, ребят, будет еще куча смешных анимаций Poppy Playtime, поэтому давайте досмотрим до конца. Так, все. Но гусеница Мопс Пиджей. И погодите, малыш, воу! Что сделал малыш? Он съел мамочку? Хо-хо! Ребята, малыш Хаги-Ваги съел маму длинные ноги. Так, мамочка отдыхает, но кролик Банза не дает ей отдохнуть. Он ее разбудил. И ей стало очень фигово. Ё-моё, у нее голова теперь кругом идет. Так, ага. Она увидела надувную лодку, и ей пришла идея уйти от всех в плавание. О, ребята, смотрите! Это папа длинные ноги! Что он делает? Воу! Он всех на дно тянет! Обалдеть, ребята! Воу! Он огромный! Это какой-то монстр, папа длинные ноги! Офигеть! Смотрите, ребята, он заметил мамочку! Мамочка, проснись! Алло! Ребята, она не просыпается! Все, повернись, там сзади монстр! Я бы, ребят, точно обделался, если бы увидел это в море или вообще в другой речке или озере. Это реально очень крипово. Так, ага, это был всего лишь сон. Ну, слава богу, ребят, это ей всего лишь приснилось. Так, она дальше продолжает спать. Ну-ка, опа-на. Ее кто-то качнул. Воу, она попала в Майнкрафт, ребята. Ребят, а у вас есть на компьютере Майнкрафт? Напишите в комментариях, кто играет в Майнкрафт. Воу, так. Ладно, это опять был сон. Мамочка сходит, короче, с ума на отдыхе и решает уехать нафиг отсюда, потому что тут снятся какие-то очень криповые сны. Все, пока-пока. Прощайте. Так, ладно, ребята, это малыши, кролик Банза и какой-то мальчик. Похож на игрока. Либо это малыш длинные ноги. Я пока что, ребят, не пойму, кто это. Они играют в какие-то перестрелки. Малыш разозлился. Так, он хочет взять автомат игрушечный. Опа-на.
Он пукнул? Так, ладно. Это какая-то, ребят, очень стыдная, странная анимация Poppy Playtime. Но, ребят, после этой анимации начнутся еще смешные анимации, поэтому давайте досмотрим до конца. Так, она приготовила им еду. Оооо, она какая-то очень вонючая и невкусная. Так, они хотят конфеты, а не эту штуку. Но мамочка им не даст конфеты. Кролик Банзо ее боится? Почему? Так, малыш берет, воу, и просто выбрасывает ее еду в стенку. Так, опана, она взяла игрушечный пистолет и расстреляла его. Так, ладно. Так, кролик Банзо решает все-таки покушать. Опана, ребят, смотрите. Это мама длинные ноги. В ванной! Офигеть! Это какая-то странная анимация, ребят, как будто мы попали в игру Poppy Playtime, в их дом! Так, папочка спит, он проснулся. Ага, мамочка приказала ему поймать нас! Все, убегаем, убегаем быстрее! Это, ребята, игра похожа на Гренни, когда мы убегаем от бабушки Гренни. Реально очень сильно похоже. Так, ага, все, мы их обхитрили. Так, а мамочка недовольна, все, убегаем из этого страшного дома. Быстрее, быстрее, быстрее! Опа, на какой-то подвал. Ладно, спускаемся в подвал. Что там будет? Нам нужен какой-то потайной ход, чтобы выбраться из этого дома. А тут нас поджидает малыш. Длинные ноги. Так, куда он делся? Какой-то люк открытый. Мне кажется, туда не стоит залазить, ребята. Мне кажется, это очень опасно. Воу! Да, ребята, не стоило туда залазить. Фух, ладно, ребята. Семья длинноногих решила посетить ресторан. Ага, вот меню. И в меню у нас... Это вы. То есть они будут есть сами себя? Что? Смотрите, ребят, какой-то прибор в виде прототипа берет их вещи и готовит из них еду. Что происходит? Что это такое? Так, они из этого бантика сделали какой-то перчик. Это игрок и гусеница Мопс Пиджей, ребята. Что происходит? Я не понимаю. Так, ага. Из хвостика малыша сделали мороженое. И вот их еда готова. О, боже мой, ребят, они едят самих себя. Ой, фу! Это очень странно, ребята. Так, папочка замерз, а у мамочки какой-то острый перец. Офигеть! Что это за перец такой? Ладно, она решает его съесть. Так, она его кусает. Опа, она, ребята, все, ей трындец. Воу! Офигеть, это было очень остро. Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну а с вами был я, Кеша, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.